Михаил Борисович, ну вы умный человек, и я не верю, что вы не понимаете, о чем я говорю, к чему призывает петиция. Но мне нетрудно объяснить. Объясняю. Путин мыслит в категориях коллективной ответственности, и вы вслед за Путиным мыслите в категориях коллективной ответственности. Путин бомбит Украину, потому что где-то там он обнаружил нацистов, которым нужно отомстить, и за это он мстит всей Украине. Путин бомбит Украину, и поэтому вы сейчас хотите отомстить всем русским. А за что вы хотите отомстить всем русским? За то, что они стали жертвами Путина до того, как жертвами Путина стали украинцы. Буквально, это единственная мотивация, которая у вас прослеживается во всей риторике. Дальше. Петиция за снятие санкций. Речь идет о снятии санкций, которые помогают Путину мобилизовать экономику и мобилизовать людей. То есть за снятие тех санкций, которые помогают Путину уничтожать Украину. За что, объясните мне, вы выступаете? Что вам не нравится в этой петиции? Вы ее вообще не читали, потому что вы обсуждаете не то, что в ней написано. Речь идет о том, чтобы как можно больше денег русских людей уходило на что-то еще, кроме войны. Хоть на подписку в Netflix, хоть на подписку в iTunes, да на что угодно, на новые айфоны, только не на танки. А как этого добиться? А для этого необходимо снять те санкции, которые наложены на международные переводы, которые привели к уходу Visa и MasterCard с российского рынка, то есть те санкции, которые не позволяют русским людям тратить деньги на что-то, кроме поддержания экономики Путина и курса рубля. Что тут непонятного?